Всем привет, друзья, вы на канале Макс, с вами я Забуди. Сегодня мы продолжаем играть в игруху под названием ПВЗ. Так как у меня сейчас нет доступа к компьютеру, я буду снимать пока что мобильные игры. Заранее извините. Так, продолжаем. Смотрите, у нас тут, в принципе, 7-й левел уже. Ночь. Скоро пройдем уже, да? Да. Поехали. Я, кстати, честно говоря, не знаю даже, какая сейчас серия. Даже, наверное, не вспомню. Так, берем в начале вот этих всех ночных. И вот это. Все, нормально. Так, поехали. Так. Так, это у нас 7-я серия, да? Да, 7-я серия. Поехали, 7-я серия. Ой. Да, вот так. Так, 2 ряда будем ставить. И вот эти пока что, вот тут, этот ряд. Понял. Так. Не, он его не убьет. Тогда сюда еще ставим. Или убьет? Не, не убьет. Сейчас, смотрите, с первого раза. Ну ладно, со второго. Да. Эти дальние поставим, вот этот ряд будет дальних. Так, поехали, давайте. Быстрее. Так. Все, второй ряд пошел. Сейчас, кстати, они большими уже будут, вот эти. Сейчас они будут большими уже. Будет все хорошо. Так. Аккуратненько. Я думаю, этот умрет, который в колпаке. Я думаю, он умрет. Надеюсь. Да, нормально. Все, закончили с этими солнечными грибами. Сейчас вырастет, кстати, первый, я думаю. Прям сейчас. Так, надо убирать потихоньку уже надгробие. Ну, давай, вырасти. О! Как раз четенько, как я сказал. Так, все. Сейчас будет ряд у нас этих больших грибов. Так. Нормально. Убираем эти грибы. Сейчас сюда большого поставим. Все, класс. Кстати, один ряд уже полностью в этих больших грибах. И второй ряд уже этих солнечных грибов. Сейчас будут тоже большие. Так, это только первая волна из двух. Да, такой себе. Долго тут, конечно, все происходит. Сейчас, кстати, из надгробия должны вылезать. А, нет. Может, на финальной волне будет. Что они будут вылазить из надгробия. Спокойненько.
всего два ряда солнечных грибов, один ряд дальних грибов и два ряда ближних, ну как ближних, таких по дальности средние, ну и больших грибов, таких, довольно большие они. Ну, давайте орехи или картошку. Я не знаю, пусть это будет орех. Тот, что повыше будет, это картошка. Хотя не, наоборот. Хотя нет. Нет, то будет картошка, это орех. Да. Давно не играл, кстати, в PvZ. Последний раз играл тогда, когда 6-я серия вышла. Она вышла сколько? Ну, довольно давно. Ну как довольно? Я бы сказал, даже очень давно она вышла. А вроде бы... Это месяц, нет, или больше. Сейчас вам точно даже скажу. Она вышла 8 апреля. Ой, 6 апреля. Ну да, месяц назад. Нормально так, да, ребят? Месяц назад. Еще, не знаю, как летом, конечно, что с видосами. Ну, я думаю, после где-то 10 июня... Ну, где-то 10 июня я вам точно скажу, как летом видосы будут выходить. Потому что непонятно еще. Я думаю, вроде бы будет каждый день выходить, но каждый день, блин, ну, мне сложно, поймите. То есть, если еще когда школа каждый день, я за компьютером каждый день, то да, а летом все-таки больше хочется не за компом время проводить, знаете. Так что так. Ну, в любом случае... Я вам все скажу. Так что не забывайте про лайки, кстати, да, ставьте лайки. Спасибо огромное, кстати, за сколько? За 700 или 800 просмотров на обычный день в GTA Online 2. Я как только появится возможность компьютер, да, как только будет компьютер, то я сразу же сниму GTA Online. Честно. Я уже хочу даже снять GTA Online, но... Так. Последний орех, все. Да, 767 просмотров, друзья. Спасибо, кстати, за них. Так. Прошли мы. Уровень. Сколько нужно слов, чтобы знать английский? Ответ знает ученый из Оксфордского... Так, все, друзья. Последний на сегодня уровень. Мы получили, кстати, ледяной гриб. Опа, здоров, танцор. Так вот, о, идеально. Полетели. Полетели. Так, ставим солнечный гриб один. Ждем, пока пойдет зомбарь. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Оп, зомбарик. Зомбарек. Зомбарек. Смешно звучит. Ладно, зомбарек, давай. Умирай, зомбарек. Не заметил это солнышко. Музон, конечно, тут прикольный. Прикольный музон. Можно сразу длинных. Почему длинных? Дальних грибов ставить. Кстати, насчет стримов. Скоро будут стримы. Стримы по играм, конечно. Ну, скоро, как только компьютер будет, я имею в виду. Скоро. Компьютер будет вообще неизвестно сейчас, когда. Потому что я переезжаю до сих пор. Ну как? Вроде уже переехал, но еще не полностью. Ну, друзья, где-то с 10 июня
Я думаю, 100% будет уже компьютер. Ну, я не говорю прям, что 10-го. 10 июня будет новый компьютер, то есть отдельный уже. Не тот. Новенький, хорошенький, прикольненький. Все будет кайфаро. Кайфаро, да. Все будет кайфово, короче. Так. Так, сейчас везде дальние поставим грибы. А тут можно уже большого ставить. Потому что с колпаком опасно сейчас. Чтобы они ходили нормально. Все! Солнечные грибы растут, все нормально. Все прекрасно. Оп, танцор диска, здорово. Так, смотрите, что первое мне нужно сделать, это делать вот. Так вот. Убить этого. И 75 вот это. Да. Смотрите, вот так вот это работает. И... О, да, нормально. Смотрите. Сейчас он ест. Ну, главное, чувак. Все, он съел нормально. А и умер сразу. Класс. Пушка. Офигенно. Так, нужно одно надгробие вот это хотя бы собрать. Ну все, в принципе, можно надгробие сейчас просто вот эти собирать. И получать монетки. Не понял. Это как произошло? Все, финальная волна сейчас будет. Кстати, по солнышкам все не сильно хорошо. Плюс 10 монет. Все. Давай. Еще больших грибов не сделал ряд. Второй ряд больших грибов нужно сделать, успеть. Давай. Дайте мне солнышки, пожалуйста. Спасибо. Ого. Нормально так. Все. Спокойненько. На чиле. Все, ребят, прекрасно. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И... Именно Энди ждет. Ладно. И подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Пока. Я родился. No, God! No, God, please, no! No!